Мої вітання всім глядачам, в ефірі програма «Власний погляд». Сьогодні ми будемо говорити про телевізійний простір країни. У нашій студії президент компанії «Воля» Сергій Бойко. Доброго дня. Здравствуйте. От така інформація. Протягом червня-липня 2014 року, згідно з рішенням Нацради з питань телебачення та радіомовлення, компанія «Воля» відімкнула трансляцію в Україні російських телеканалів. От тут цікаво, чи важким, звісно, що не з технічної точки зору, чи важким це було рішення для компанії? Ну, во-первых, Александр, отключили каналы все провайдеры в нашей стране, не только компания «Воля», и отключили намного раньше. Это произошло по решению суда 26 марта. Соответственно, уже с 26 марта как минимум 4, а потом добавлено еще 2 телевизионных канала были отключены на всей территории страны всеми провайдерами. Сказать, что это было непростое решение с точки зрения, ну, если можно так сказать, наполнения пакетов, да, это так. Ни для кого не секрет, что мы как компания с таким громким названием «Воля» всегда приверженцы того, чтобы предоставлять максимально широкий выбор наполнения в наших пакетах. Соответственно, любые каналы, чем больше, тем лучше, мы считаем, в наши пакеты должны быть представлены вне зависимости от того, какая страна происхождения. В данной ситуации, если говорить конкретно об этих каналах, мы понимали, что такое решение суда напрямую обусловлено тем изменением в наполнении данных программ, данных передач этих каналов, которые в условиях существующей сейчас противостояния, фактически войны, действительно наносят вред, ущерб национальным интересам. А вот для компании, якая наибольшим постачальником телекоммуникационных послуг в Украине, это великие финансовые втраты, відмова от такого контента? Ну, финансовые потери всегда исчисляются в очень простом для любого из провайдеров, в очень простом показателе. Это показатель количества клиентов. Отказываются ли клиенты от услуг в этом случае или нет. И действительно, в этом случае достаточно большое количество клиентов, речь идет о тысячах клиентов, которые отказались по причине отсутствия в пакетах именно этих каналов. А в них есть какая-то иншая вариант? В этом случае, безусловно, альтернативой будет являться, с одной стороны, интернет, потому что на сегодняшний день, к сожалению, у нас до сих пор неравный подход к регулированию интернет-вещания, предоставление интернет-услуг и предоставление услуг кабельного телевидения. И вторая альтернатива – это так называемый свободный спутник, это спутниковые антенны, трехголовочные, драконы их еще называют, которые нацелены на различные спутники, поскольку телевизионные каналы сопредельного с нами государства, соседа, транслируются в открытом виде, то со спутника можно было бы смотреть эти каналы при условии наличия этой трехголовочной антенны. А самое у ваших послугах российские каналы, они чем-нибудь заменены были? Мы на сегодняшний день заменили это, прежде всего, безусловно, нашими отечественными телеканалами. Новые каналы к тому моменту, которые появлялись, это там и каналы о охоте, рыбалке, трофей. Это и дополнительные каналы о моде. Ну, собственно говоря, мы не обошли вниманием и нашего соседа. И практически с этого момента, с июня, с июля, мы добавили в наши пакеты канал «Дождь». Російський. А от рішення Нацради і судове рішення, воно має якісь часові обмеження? Чи плануєте ви повернення до тих каналів? Судове рішення, в точності постановлення суда о временном приостановлении трансляції в пакетах телевізійних програм провайдеров определенного перечня каналов, оно имеет не временное ограничение, а событийное. То есть в этом случае до момента вынесения решения судом. Суд еще идет, мы не знаем, сколько времени он продлится, поскольку стороны суда, в этом случае и российские телеканалы, и Национальный совет по телевидению и радиовещанию, обратились за проведением экспертизы. Эксперты попросили месяц, два, три для проведения экспертизы содержания тех высказываний и тех передач, которые вменяются в мину. От ви говорите про тисячі абонентів, які відмовляються від послуг з такої причини. Для розвитку вашої компанії це великі втрати? Да. Любой абонент – это большая потеря для любого из провайдеров, поскольку для того, чтобы привлечь, завлечь, дать удовлетворение ожиданиям каждого клиента, потребуется достаточно много усилий. В том числе и финансовых затрат, и временных затрат. А вот чи досліджуєте ви такі рішення, політичні рішення, вони змінюють якось настрої суспільства? Я маю на увазі рейтингові показники, вподобання населення?
Ну, мы специально этого не отслеживали относительно изменений. Але може попит на якісь інші канали після цього з'явився? Ви знаєте, давайте по-другому. В кінцевому ітогі це ж рішення – це слідство чогось, слідство подій, які відбуваються у нас в країні. Самі по собі події, які відбуваються в нашій країні і зараз приобретають дуже драматичну окраску, фактично ми говоримо о війні, навіть це змінює, безусловно, предпочтення абонента, тому що на сьогоднішній день для всіх наших громадян, і ми не виключення, в першу чергу, важна не развлечение, а информация, новости, это те каналы, которые в первую очередь сейчас смотрят, в том числе и наши абоненты, поскольку речь идет о выживании, речь идет о жизни, здоровье близких, родных тебе людей и твоей страны в конечном итоге. Вот згадали війну, що сьогодні відбувається із постачанням ваших послуг на сході України? Восток – дело тонкое и большое, но могу сказать так, в зависимости от города. Например, если мы говорим о Краматорске, который уже освобожден украинской армией, то там все услуги предоставляются в полном объеме, сети восстанавливаются, мы инвестируем сейчас в восстановление разрушенных во время предыдущих артиллерийских бомбировок сетей. Весь набор каналов восстановлен в соответствии с лицензией, поэтому там, слава богу, жизнь нормализуется, надеюсь, что это отмечают и наши клиенты, возвращаясь и подключаясь к нашим услугам. То, что касается других городов, там Донецк или Луганск, или Луганская область, то здесь, конечно, ситуация намного более плачевная. Де-факто, фактически, мы услуги там предоставляем, не так, поддерживаем в усеченном виде. То есть, фактически, мы контролируем просто наличие сигнала в наших сетях, не больше, не меньше. Але ж там є ваші представництва, офіси, контроль над ними не втрачено? Я могу сказать, что большую часть людей... Практически всех людей мы предложили работу в других городах, и они согласились и выехали в другие города, в другие филиалы. А что происходит из вашей работы на полуострове Крым? Мы с 1 июля мы не предоставляем услуг на полуострове. В конечном итоге работать, начиная уже с 1 июня, было практически невозможно, поскольку с 1 июня запрещено хождение гривны. А мы, как национальная украинская компания, не имеем возможности принимать любую другую валюту за свои услуги. Соответственно, с 1 июня уже мы месяц давали бесплатно. А за это время мы нашли одно из российских предприятий, которое в конечном итоге взяло в аренду нашу инфраструктуру, нашу сетевую инфраструктуру. И мы заключили договор, предоставив возможность на своих сетях предоставлять услугу другому юридическому лицу. Чи можно говорить, что вы не втратили суттєво на півострові? За такой... 100% абонентов мы потеряли. Але бизнес? Ну, бизнес заключается в конечном итоге, прежде всего, наверное, в услугах, которые предоставляешь абоненту. А взагалі, чи було можливо працювати в тих умовах, ну, якби не було ситуації з гривнею, тоді, коли все це почалося, на компанію був певний тиск, ви були вимушені там відімкнути українські канали, чи можливо було працювати в тих умовах далі? Ну, человек – это такое существо, которое привыкает к любым условиям. Безусловно, приспосабливаться можно было. Сказать «работать» некорректно. Наверное, приспосабливаться, существовать можно было. Развивать услуги было невозможно. Это однозначно. В том числе встречать или в конечном итоге удовлетворять потребности клиентов просто невозможно. А те, що останнім часом в Криму відімкнені найбільше два мобільних оператора, і, зокрема, і інтернет також, постачання від компанії «Київстар». На вашу думку, це послідовно те, чого і варто було очікувати? Я думаю, так. І чим ближче к так називаємій даті окончання перехідного етапу, яку встановила Росія, це 1 января 2015 року, тим більш драматичніше буде розвиватися, к сожалению, те условия, точнее, тем более драматичные, в худшую сторону будут развиваться те условия, в которых работает весь бизнес в Крыму, в том числе, в первую очередь, наверное, украинский бизнес. Війна йде не лише на Сході, війна йде і у інформаційному просторі. Зараз особливо почалася передвиборча певна кампанія. От як ви ставитеся до того, що власники телеканалів одне одного замовляють якісь фільми і втягують найбільші телеканали у політичні гри? От вам вдається бути відокремленим від цього? Ну, безусловно, наша компанія завжди, як і будь-який провайдер, собственно говоря, вона не несе відповідальність за содержання тих телеканалів, которые присутствуют в наших пакетах. Это очевидная норма закона о телекоммуникациях, с одной стороны. С другой стороны, мы не ставили и никогда не ставим во главу угла какие-либо предпочтения и или наоборот
противопоказания, которые транслируются тем или иным собственником телеканалов или даже менеджментом телеканалов. Мы работаем на своих клиентов и формируем перечень пакетов, перечень каналов в пакетах, исходя из опросов абонентов. Если абонентам нравится тот или иной канал в том или ином пакете, то мы, естественно, таким образом и подбираем наполнение такого пакета. Последний опрос, который мы делали, к сожалению, не сейчас, это точно было не в июне и не в августе, как обычно мы это проводим, а в конце предыдущего года, показал о том, что предпочтения клиентов по названиям канала фактически не изменились. Клиенты как ранее, так и сейчас хотели бы иметь максимально возможный выбор для себя, для члена своей семьи, выбирать из большего количества каналов. То, что поменялось, это, безусловно, во главу угла сейчас выходят не развлекательные, не фильмовые каналы, а новостные каналы, которые передают информацию из первых уст, из мест событий, которые сейчас, к которым сейчас приковано все внимание всех наших граждан нашей страны. А зі зміною влади в Україні за оці півроку та сфера, якою опікуєтеся ви, вона якось змінилась? Політика відношення держави до цієї сфери? Поясніть, що таке змінення влади? Я маю на увазі перемогу революції, ну, і ми бачимо, що нібито новий президент, нова політика. Я не бачу змінення влади, якщо ви говорите об змінення персоналів во владі, да, вони произошли. Безусловно, персоналії во владі впливають, в тому числі, на державну політику. Ми дуже розраховуємо, що на протязі прошедшого часу і, саме головне, послідуючих, як мінімум, 30-40 днів, а іменно стільки індустрія платного телевізора відводить, наприклад, на те, щоб новый состав, например, отраслевого регулятора Национальный совет по телевидению и радиовещанию продемонстрировал свою дееспособность, а самое главное профессионализм и незаангажированность в принятии тех или иных решений, необходимых для развития отрасли. Так вот, я очень рассчитываю, что на протяжении ближайшего месяца мы будем свидетелями тех реальных изменений, которые происходят во власти, в том числе в политике государственного регулирования, до точности дерегуляции. А от як ви оцінюєте загалом телевізійний ринок України? Він є монополізованим, як раніше? Абсолютно. На сьогоднішній день це дуже конкурентний ринок. Уровень конкуренції дуже високий, як в області услуг телекомунікацій, там той ринок, який ми представляємо, це ринок платного телевізора, так і в області контенту, тобто вещання, де кількість телеканалів у нас в країні залишило далеко позаді там, ведучі, европейские страны, которые уже давно-давно перешли, например, на цифровые форматы эфирного вещания, но даже у них количество каналов намного меньше, чем у нас. Соответственно, конкуренция или уровень конкуренции у нас намного выше. А с точки зрения того, что по прогнозам рынок, например, рекламы и в том числе рынок и покупательная способность людей и рынок телекоммуникаций к концу года, ну, скажем так, будут падать, будут уменьшаться, то конкуренция становится еще более ужесточенной и, соответственно, конкурентные методы еще более жестче. Может быть, именно поэтому тот вопрос, который вы поднимали, Александр, относительно заказных материалов на том или ином канале со стороны собственника, это следствие больше конкурентной борьбы, а не политической. От з огляду на таку ситуацію, на спад в цій сфері в Україні, поділіться вашими показниками на сьогодні. От в мене є інформація, вона певно, що трохи застара, на 2007 рік компанія «Воля» контролювала 72% ринку кабельного телемовлення у Києві та 36% загальноукраїнському. Які показники сьогодні? Около 30% общенаціонального підтверджується, тобто це дійсно може бути 32%, не 36%, менше. 32% общенаціонального ринку платного телевізора. Если говорить о городе Киеве, то могу сказать, что это более 40%, это точно не 75%, как было это в 2007 году. И это как раз свидетельствует о усилении конкуренции, о котором я говорил. Какая сегодня есть структура ваших послуг? Что переважает в ней? Конечно же, предоставление услуг платного телевидения, кабельного телевидения у нас как было, так и остается основной нашей услугой с точки зрения количества клиентов, подписанных на эту услугу. Ну и услуга высокоскоростного интернета, которая набирала популярность в 2007 году, на сегодняшний день составляет порядка 40% от количества клиентов кабельного телевидения. Это те клиенты, которые дополнительно пользуются услугами доступа, высокоскоростного доступа в интернет. То, что касается дополнительных услуг, которые мы запустили уже на протяжении 2013 года, это и так называемая OTT IPTV услуга «Воля Smart HD», это и услуга видео по запросу, это и собственные телеканалы, которые мы запустили совсем недавно, с 1 августа. Эти услуги, которые будут развиваться, и мы посмотрим к концу года, насколько успешны они будут.
Тобто, не дивлячись на кризу, все ж таки вдається впроваджувати сучасні технології. Ну, наверное, ми оптимісти, тому що ми вважаємо, що все проходяще, год-два, війна завжди закінчується миром. Рассчитываем, что этот мир будет в конечном итоге не позорным, а он будет основан на нашей победе. А исходя из этого, безусловно, нужно жить дальше, нужно думать о том, что произойдет в 2015, 2016, 2017 годах. Мы верим, что у Украины огромный потенциал, это наша страна, и она будет развиваться. И мы вам дуже дякуємо за цю розмову. Дякую. Глядачам нагадую, що гостем студії «Власний погляд» був президент компанії «Воля» Сергій Бойко. Залишайтеся на парламентському і далі, адже ми робимо політику зрозумілою.